России дни с 30 марта по 5 апреля объявлены нерабочими. В Москве и Подмосковье введен карантин, деликатно названный домашней самоизоляцией. Выходить из квартиры домов нельзя, вводятся пропуска. Но оставаться по возможности дома призывают всех россиян. Медики и власти в очередной раз напоминают россиянам, что риск заразиться и умереть от коронавируса касается всех. Младенцев, школьников, подростков, молодых людей, а не только пожилых с хроническими заболеваниями. Но тем не менее, пожилые люди входят в группу риска. И помочь им пережить это время могут волонтеры. Объявление с призывом помогать пожилым жителям появилось на портале госуслуги. Волонтерами могут стать горожане от 18 до 50 лет, у которых нет проблем со здоровьем, в особенности они не страдают хроническими заболеваниями дыхательной системы. Волонтерский центр для помощи людям во время пандемии работает и у нас. Чем можно помочь? Узнаем у гостя в студии Петр Емельянов, депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции политической партии ЛДПР. Доброе утро. Доброе утро. А вот сейчас какая вообще потребность в волонтерах? И хватает или все-таки нужны еще люди? Ну, на сегодняшний день сложно оценить, потому что больше мы сейчас к людям идем. Мы сейчас действительно ищем адреса, телефоны, кому нужно помочь. Потому что линия пока что не работает в полном объеме. Она даже не работает ни на треть, ни на четверть. Люди, к сожалению, не знают о том, что есть такая помощь, поэтому мы идем в отделы соцзащиты, идем к ветеранам, узнаем. То есть вчера мы провели, допустим, акцию, да, и уже люди начали реагировать. Скидывают обращения в директ, звонят на горячую линию, говорят, а вот там вот человеку нужна помощь. Или здесь. Но пока что массовости, это мероприятие не приобрело. На сегодняшний день у нас около 10 человек-активистов. Мы постоянно ищем людей. И судя как развиваются события в Москве, я думаю, что таких людей нужно будет много. Потому что я вот сегодня читал, допустим, на горячую линию в Москве звонит 1 000 000 человек. Да. Вот в день. То есть, у нас, конечно, 1 000 000 не позвонит, но я думаю, если это все начнет развиваться, то нужно больше и больше людей. А чем будут помогать люди, волонтеры? То есть на сегодняшний день основная задача, которая может помочь любой и каждый, это доставка продуктов, доставка медикаментов. Вот. Хотя вот вчера мы провели акцию, мы доставляли набор продуктовый, минимальный, для нуждающихся, для ветеранов. То есть на сегодняшний день у нас около 100 активных адресов, о которых мы знаем. То есть вчера мы посетили 20. Это будет происходить каждый день. И эти адреса будут расти. То есть, если нам обращаются, мы сразу записываем, связываемся, говорим, какая нужна помощь, выезжаем. А какой помощи в основном нуждаются как раз такие люди? Они просто за продуктами, да, сходить какой-то минимальный набор, или аптека, или что? Ну, на самом деле, у людей большой стресс. То есть, даже некоторым кто-то звонит просто поговорить. То есть их нужно немножко успокоить, приласкать, приголубить, как говорится. Потому что, действительно, страх, нагнетание идет со всех углов, массовое количество фейковой информации, которую пересылают даже, казалось бы, взрослые, адекватные люди. То есть у всех кто-то из здравоохранения, у всех кто-то секретного совещания там, или еще что-то. То есть самое главное, конечно, не поддаваться панике и двигаться в тех рамках. А правильно я понимаю, что волонтеры помогают только пожилым людям? В данном случае. На сегодняшний день, по крайней мере, наше движение – это как раз именно пожилым людям. Потому что это самая незащищенная группа граждан и по обеспечению, и потому что даже видят плохо, ходить сложно. То есть мы даже к людям вчера приходили, большинство не двигается. То есть, в принципе, позвонить может на горячую линию не обязательно сам человек, это может быть там сосед, любой, это любой. То есть, вот если вы обладаете информацией, то есть наш телефон там 206-37. 206-37. Да. То есть на сегодняшний день мы делаем многоканальную линию, мы, к сожалению, не успели доделать, которая 8800, которая сможет обрабатывать сразу несколько звонков. Оператор будет распределять по районам, и волонтеров мы будем также искать по районам. То есть это будет действовать по нашей идее, по принципу, как Яндекс.Такси. То есть, грубо говоря, в каком-то районе поступает заказ, что нужно там медикаменты там, или еще что-то. Мы в этом же районе ищем волонтера, скидываем, условно говоря, заявку, и человек максимально ближайший, и кто может, реагирует на это. То есть, если мы все включимся, то мы однозначно победим. Вот очень часто волонтеры, в смысле вообще просто люди, переносят заболевание бессимптомно, а вот на людей пожилых, это может быть фатально, такое заболевание. Конечно. Соответственно, как защищены волонтеры и проверяют ли их, как-то может быть там ежедневно температуру мерить, я не знаю. У нас есть специальный термометр перед выходом, больше это на
в лоб стрельнули, как говорится, температуру отмерили. Плюс, когда они начинают работать, обязательно справка от врача, это обязательно. Также провожу собеседование лично я, потому что должны быть адекватные все-таки люди. Потому что адекватные, хотя бы смотришь, как реагируют. Потому что уже в Москве начались случаи мошенничества. То есть люди приходят, представляются от социальных служб, берут деньги и растворяются в неизвестном направлении. Причем, там идет речь о копейках, таких... А как отличить мошенника от человека, который пришел действительно помогать волонтеру? Наверное, все-таки надо больше к официальной информации склоняться, которая, как у нас там, Министерство здравоохранения распространяет или еще что-то, нам можно доверять. Вот. Отличить... Может быть, какое-то уведомление, либо, может быть, пожилому человеку скажут, что там к вам придет волонтер, Василий, и придет в дверь, потом постучаться, скажет, здравствуйте, я Василий. Мы работаем сейчас с ветеранами, действительно, они заранее обзванивали тех людей, которые готовы принять помощь, потому что многие отказываются, я вам даже так скажу, что когда звонили, предупреждали, что будут звонить, люди, у нас настолько недоверие, то есть они говорят, кто, зачем, бесплатно, как, то есть... на самом деле это проблема, действительно, проблема всеобщего, обмана какого-то. Возможно, что конкретный волонтер с конкретным именем будет закреплен именно за этим человеком и приходить к нему, чтобы... Если это будет массово, конечно, мы так сделать не сможем. Это нужно по-честному, скажем. Когда количество людей ограничено, конечно, мы можем работать в индивидуальном порядке. Потом это будет приобретать... Опять же, если человек звонит на горячую линию, его там и сориентируют. То есть, если он является инициатором такой помощи, тогда будет намного проще, чем просто ему позвонят с неизвестного номера, согласитесь? Да, тем более, я вам так скажу, что даже если ты договорился во вчерашнем дне, сказать, что сегодня придут волонтеры, на следующий день, к сожалению, пожилые люди, многие даже не помнят, о чем вчера, разговаривали. Это проблема, но я думаю, что мы будем решать. По мере поступления. А для волонтеров какая занятость? То есть это как? Это полдня, либо целый день нужно этому посвящать? Вы знаете, волонтер, даже если посвятит и один раз ходит к какому-то человеку, это уже будет помощь. Вот. Поэтому нету никаких занятостей, день, полдня. То есть все по мере возможности, силы возможности. Если мы всем миром навалимся, как говорят, с нищего нитка, рубаха, Я уже забыл поговорить, ладно. Да, но понятно, что проект хороший, но у вас, как у депутата, какие еще планы, проекты есть? Планы. Мы хотим, на самом деле, объединяться с другими общественными организациями. То есть вчера хотели встретиться с Красным Крестом, к сожалению, не получилось, так как акция растянулась на целый день. То есть, казалось бы, адресов немного, но пока все продукты расфасовали, упаковали, пока доехали, кто-то открыл, кто-то не открыл, кто-то в какое-то определенное время может. Вот. Поэтому я призываю всех неравнодушных, вне зависимости от взглядов, политических убеждений, присоединяться к нам или сделать свои движения. 206-37 номер, можно обращаться и предлагать свою помощь. Спасибо большое вам спасибо. У нас в студии был Петр Емельянов, депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции политической партии ЛДПР.